Боже, милостив будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Вещества я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Благослови нас, Господи, посетить храм Твой святой. Благослови служение священника, чтобы оно было в Духе Святом и огненным. Мы просим Твоего благословения, чтобы память святых апостолов отразилась на жизни нашей, мы подражали им. Будь милостив к нам. Услыши молитву о нас, Господи, сохрани это место, где мы находимся. Защити от происков вражеских, от всего, что не угодно воле Твоей святой. Благослови правителей в этой стране, патриарха. И церковь православную побуди на благовестие. Услыши молитву сирых Твоих, Владыка. К Тебе мы прибегаем, единосущная, святая, нераздельная Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И прими, Господи, воздеяние рук наших, как жертву вечернюю, благоухание приятное, во славу Твоего святейшего имени Христос, умерший за грехи наши. Благослови наше предстоящее благовестие в мире, чтобы люди знали Тебя, чтобы пришли к Тебе, и помилуй нашу страну российскую. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Готовимся к...